Важен голос каждого. Принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию возможно и дома. Представители избирательной комиссии доставят все необходимое для процедуры, которая происходит бесконтактно. Так, в пакет входит обязательно салфетки, которые дезинфицируют, ручка, правила голосования, порядок голосования, сама бюллетень. Проголосовав, житель лично опускает бюллетень в переносную урну и передает членам избирательной комиссии только заявление о голосовании вне помещения. Вся процедура проходит с учетом правил безопасности в условиях пандемии и занимает считанные минуты. Особое внимание уделяется санитарным нормативам, и представители избирательной комиссии и наблюдатели на выезде одеты в специальные одноразовые халаты, соблюдают строгий масочный режим, работают в перчатках и защитных экранах. Многие щелковцы воспользовались правом проголосовать вне специально оборудованных помещений. Подать заявку на такую форму волеизъявления можно в часы работы избирательных комиссий вплоть до 17 часов 1 июля. Анна Балиет, Игорь Поляков, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.